и что сказал Жердяй? А, ничего нового. Он все равно поржал, потрещал, поугарал и сказал, что мы очень забавны. Вот говнюк. Ладно, а что насчет завтра? А насчет завтра он сказал, что если нам удастся выиграть все состязания, то он засчитает нам победу и отдаст золотой толчок. Да, я сказал, но для этого вам еще нужно выиграть. Но я сомневаюсь, что вам, неудачникам, это удастся. Не будь так самоуверен. Мы еще не смогли выиграть у твоих вонючих калькуляторов, но пока ты в коме, я возьму роль мозга команды на себя, и с моей стратегией мы придем к победе. Кстати, где этот очкун? Хочу сказать спасибо за те кирпичи, что он мне оставил. Я могу с них новую базу себе построить. Не трогай его, он Ване со спиртом отлеживает. Пущай, идиот, я прослежу, чтобы он не накосячил. Он там, но будь поаккуратнее, он сейчас чересчур возбудил. Ну что, братец, как ты себя... Что за бестолковая и бесполезная интернетовская фраза, не имеющая никакого морального смысла? А он определенно идет на поправку. Еще 2 часа назад он строил себя человека сельдерея. Ну что ж, этот таракан может собой гордиться. Ну хорошо, удачи вам, постарайтесь к утру вернуть его в рабочее состояние. К утру он будет достаточно пьян, чтобы выйти из комического бреда. Потрясающий день, мы не проиграем. Ха-ха. Я буду долго угорать, если вам удастся победить хотя бы в одном испытании. Вы же конченые неудачники. Пошел вон с нашей базы. Тоже мне, обижается он сразу. И вообще, это моя база. Я ее строил. Я отсюда запускаю со смерти. И здесь строю легендарную большую руку, которую я недавно очень удачно реанимировал. Лучше печень свою реанимируй. Иди отсюда. Рэкетиры, блин, нашлись. Сталина на вас нет. По какой причине шум, девчонки? Эггман все еще уверен в своей победе, но у нас есть коды в рукаве. На этот раз я изучил все его правила и придумал очень хитрый, но очень простой план. Ничего-то и не было, я просто пришел, постебался над ними и ушел. Ну-ну, вот мой личный позиций, капитан, но вы не думали о нашем расположении, ведь нам придется. Да-да, я знаю, опарыша на бег, долбака на полет, ежа на драку. У меня есть свой план. Все просто как 2 пальца обделать. Ты ведь помнишь наш план? Обижаешь. Ты смеешь сомневаться в моих умственных способностях? Вот такие фразы и заставляют сомневаться. Вообще нужно, чтобы Эбба не сомневался. И чтобы все прошло как надо. Итак, ребята, добро пожаловать. Да заткнись ты уже! А можно я в него чем-нибудь кину? Валяй. И таким способом вы хотели меня завалить? Нет, но я думаю, было бы неплохо, если бы Накус попал. Ладно, хватит разглагольствовать, идем. Туда? Подожди, а разве не там должен проходить забег? Нет, там ремонт. Нам нужно найти другое место для забега. А, черт с тобой, пошли, давай только пошустрее. А меня забыли, да? Накус никому не нужен. Нет. Нет. Вот говнюк. О, неплохое место. Хотя нет, идем дальше. Жердяй, блин, мы долго будем еще шляться по этим засранным руинам? Мне нужно, чтобы вы как следует устали, то есть осмотрелись на уровне. Погнали, я вижу неплохую возвышенность. Не пойдет. Красота. Прямо Репин. Картина маслом. Неплохое место, как ты думаешь? Мне абсолютно насрать. Выбирай быстрее. В
Подожди здесь, Соник. У меня важные государственные дела. Черт, я устал, как собака. Такое чувство, что я обегал всю вселенную Сэмми, а не мраморные сады Сэгман. О, что это за место? Похоже, тут что-то строят. Большая страшная башня. Статус в прогрессе. Что это значит? Эй, Док, а что это тут такое? Что значит большая страшная башня? Ничего особенного, всего лишь очередной план захвата мира. Погнали, у нас полно дел. Какое замечательное место, но подойдет ли оно для финального забега, а? Как самочувствие? Я тебя ненавижу. Да, я и сам себя иногда недолюблю. Ну что ж, это отличное место, мы можем начать... Стоп, а где Тейлз? А, сейчас. Все, он решился, можешь по отвалю. Что за фигня? Где он? Почему он... Он берег силы для забега. Поэтому мы решили, что с тобой пойду я. Вот говнюки. А вот и он. А это еще что такое? Эгман удивлен, да? На этот раз я прочитал все твои правила и нашел в них одну очень маленькую лазейку, которая позволит нам получить преимущество. Но ведь использование транспорта в гонке запрещено правилами. И эти аэроборды из райдерсов в каноне не актуальны. Поправочка. Запрещен наземный транспорт, а про воздушный, коим и является аэроборд, не сказано ни слова. Ах вы маленькие... Хватит болтать! Я горю желанием порвать твои вонючие железяки. Что? Я не допущу тебя к соревнованиям, ведь... Мы следовали всем правилам, поэтому начинай гонку. Или ты струсил? Что? Я струсил? Да никогда. Я настолько уверен в своей победе, что могу поставить на гонку самого худшего своего робота. Давайте начнем. Приготовились. Внимание. Огонь! Жуй песок, колобок. Да я тебя дисквалифицирую, но ты убил моего робота. Бедный жиртрест, совсем запутался. Тейлз не мог его убить, потому что он ни разу его даже не касался. Это логично. Проклятые микроскопические умники. Ваша взяла. Вам удалось победить в одном состязании, но это не значит, что вам удастся победить в остальных. Кстати, а где же Наклз? Лично я видел его валяющимся в компании пьяных роботов. Под той большой страшной башней. И запорный термодвигатель, он мне там все планы погубит. Прошу извинить меня на секунду. А ты жжешь. Я не знал, что ты так умеешь кататься на аэроборде. Иногда мне кажется, что ты ничего про меня не знаешь. Ну и что с ним такое было? Он действительно был под моей большой страшной башней. Он взял, разбил робота-бурильщика и высосал из него все горючее. Горючее, говоришь? Давайте перенесем его на пике смерти. Я готов. Я вроде бы держусь на ногах. Я не буду тебя сегодня отчитывать за грязный дизель, но потом придется читать тебе лекцию. Кажется, что-то пошло не по плану, а начальник. Отстань, бумер, еще твоих наставлений мне не хватало. Но я надеюсь, у вас уже готов план дальнейших действий.
Не смей сомневаться, железяка. Сейчас на пиках смерти выступает Наклз, и перед стартом я так его запутаю, что он забудет, как его зовут. Мне кажется, это довольно глупый план. Меня не интересуют твои мысли по поводу моего плана. Иди и придумай мне запутанную речь. Ну, Наклз, как ты себя чувствуешь? Ой, знаете, у меня в голову стукнула такая мысль, что если бы я не пил это прекрасное топливо, то, возможно, чувствовал бы себя немного лучше. Слухай, а может тебе стоит выпивать перед работой? Погляди, другие делают великие открытия. Последний раз, когда я пил и изобретал, я создал на это Лэмми. Помнишь последствия? Единственное, что я помню, так это... Вот идиот. Придется все делать самому. Скажите мне, что делать, и пните в нужном направлении. Хорошо, Наклз, встань перед столбом и выслушай правила. Окей. Итак, слушай внимательно, иначе запутаешься. Итак, правила очень просты. В данном уникальном состязании твоей задачей является демонстрация твоих физических способностей путем сбора кристаллизованных элементарных ионов. В данной местности расположены 7 возвышенностей с этими элементарными ионами, и на каждой возвышенности будет единичное количество ионов для тебя и твоего соперника. Категорически запрещается наносить какой-либо физический, духовный или моральный ущерб своему сопернику, производить любые телесные касания сопернических ионов, а также падение вниз на шипы карается дисквалификацией или, если повезет, смертью. Ну что, ты меня понял? Эй, Наклз, ты меня понял? Наклз! Ты чё, блин, заснул? А, ладно, пофиг, погнали. Ничего, у нас тоже есть туз в рукаве. Эй, болван, очнись! Ух, мы выиграли? Ещё нет, но не всё потеряно. Ну-ка, дыхни на меня. Фу. Эх, Наклз, не умеешь ты пить. Давай разворачивайся. Что за Давай, давай, комбайн, лети сюда. Здесь только 6 кристаллов, а 7-й тут. Признай, Эггман, свое поражение. Тебе никуда не деться. Эггман не умеет признавать свое поражение. Эггман только умеет говорить: «Я еще вернусь». В отличие от войны, бой вам удалось как-то выиграть. Я только не понял, от чего взорвалась твоя зажигалка. Не забывай, что мой IQ больше, чем твой. Я расскажу позже, когда поумнеешь. Итак, пацаны, я вернулся, готов приступать в любой момент. Это очень хорошо, что ты готов, Соник, потому что теперь твоя очередь. И теперь мои роботы вас все-таки одолеют. Да ладно, толстяк, будь реалистом, мы же всегда вас побеждаем. Сейчас не время разговаривать, сейчас время отправляться в мясорубку. Неужели он никогда не учится на своих ошибках? 1-0-1-0-0-1-1-0-1-0. Эй, Соник, ты его делаешь, я знаю. Да, я готов бить и крушить, я не остановим. Давай сюда мою добычу. Итак, господа, я представляю вам мое новейшее творение. Этот робот крушит горы и сворачивает реки. Фу, я таких уже видал. Корпус этого гиганта не имеет абсолютно никаких уязвимых мест. Да я таких сотни шатал, все фигня, давай заново. Вот он, великий... и могучий Эмми-бот! Успокойся, Соник, успокойся, это всего лишь фотография. Но фотография она не менее ужасна, чем в реальности. Тебе придется побороть свой страх, иначе мы проиграем. Нет, я не буду драться, меня никто не заставит. Ну и что мы теперь будем делать? Одевать трусы и бегать. Не мешай, я думаю. Нам нужно сбить с робота эту чёртову фотографию. Тогда Соник сделает всё сам. Хорошо. Но как мы заберёмся на робота? Он весь в шипах.
Согласно правилам, только неорганические формы жизни имеют право выпускать на арену второго участника. Но мы можем сбить цель с помощью одного единственного конкурсанта. Я ни хрена не понял. Возьми Соника в руки и брось его в меня, по сигналу. А, это можно. Эй, поставь меня на место, я еще не закончил очковать. Так, готов? Давай! Враг заходит в город пленных, не щадя, потому что в кузнице не было Это было круто! Когда ты научился этой штуке? Только что. Я называю этот прием самонаводящейся атакой. Потому что она сама наводится на противников. Круто. А можешь повторить? Да как два пальца обделать. Стой на месте. Эй, Эггман, чё у тебя с брюками? Это же ты, идиот, пролетел у меня между ног. Скажи спасибо, что у меня было кресло высоко настроено, иначе я бы тебе... К слову о яйцах. Ты ведь говорил, что засчитаешь нам победу, если мы выиграем на всех состязаниях в этот день. Да, наверное. Подождите меня здесь, не идите за мной. Ох, жопой чую, не хочет он нам отдавать этот толчок. Я чую, что сейчас что-то произойдет. А я чую, что кто-то утром сожрал все мои печеньки. Это неспроста он сбежал от нас на своей летающей батарее. Бегом к моему торнадо. Не позволим ему уйти с нашим золотым толчком. Блин, ну почему Эггман всегда такой упертый? Да черт его знает, может генотип у него такой. Не знаю, лично я не стал бы сопротивляться. Проиграл, значит проиграл. Ему что, впервой? Да без понятия, что он бесит ее в башку. Шибко самоуверенный тип. А давайте устроим ему темную. Разъяснить, чё да как. Маттлс, ты не вписывайся в нашу высокоинтеллектуальную беседу. А может я тоже хочу поумничать? Чтобы не казаться таким дебилоидом необразованным по сравнению с вами. Наклз, ты и есть дебилоид необразованный. Ты должен оставаться им по всем законам жанра. Тео, смотри, летающая крепость приземлилась возле вон той башни, на которую мы с тобой лезли 3 дня назад. Пикируй туда. Вас понял, шкипер? Крен на 45! Так, я погляжу, ты уже сменил штанишки, да? Что же ты собрался делать с нашим призом? Глупцы, неужели вы до сих пор ничего не поняли? Я развел вас. Эти состязания и испытания были всего лишь прикрытием для того, чтобы я успел закончить свой гениальный план. И ты решил занять нас на 3 дня, чтобы мы не раскрыли тебя? Ну конечно. И мне нужно было отвезти вас подальше от моей башни, на которую вы забирались 3 дня назад. Погоди. А та башня, которую я видел в мраморных садах? Она является частью моего изобретения. У меня их всего 4. В мраморных садах, в зоне ночного карнавала, на заснеженном пике и здесь, контрольно, в Пискополисе. Тогда почему я не видел этих башен в предыдущей серии? Конечно. Я их только это ночью поднял. Иначе вы могли бы что-то заподозрить. Не тогда, когда уже все поздно. Тогда я не понял. Ты хотел отвезти нас от своих башен. Но почему ты проводил состязания именно в тех зонах, где построены башни? Ну, я так думал, что если вы и заподозрите что-то, то точно не станете ничего искать там, где я вас собирал, это же очевидно. Я воспользовался обратной логикой, чтобы вы ни о чем не догадались. Так, я нифига не понял. Зачем тебе нужны эти башни? Ну, это не совсем башни. Теперь, когда башни расположены вокруг вулкана с заныканным дворцом и, соответственно, королевским изумрудом, я могу использовать его силу, чтобы превратить остров Ангела в большое энергетическое оружие. Да мне вообще пофигу, отдай сюда толчок. И это тоже не совсем толчок. Сволочь, ты что сделал? Изобарный термопроцесс. Вот только контролировать это орудие я еще не научился. Но ты, блин, Эггман, даешь.
Иди к себе, и пока не будешь представлять реальную угрозу миру, не появляйся у меня на глазах. Что теперь будем делать? Не знаю. Мы ведь уже забрались на эту башню, верно? Знаете что? Что-то мне захотелось грибного пирога. Отличная идея. Валите к сайтовому комплексу, а я пойду в грибной лес, пособираю ингредиенты. Вот она, рыба моей мечты, вот она, вот она! Ребята, я здоровенный, здоровенный я! Ha 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 ha!